Пожалуй, многие в детстве любили представлять себя продавцами и играть в воображаемые магазины. Такие детские мечты Резиды Латфулиной стали реальностью. Получив диплом бухгалтера, первые профессиональные шаги в торговле она сделала, именно работая продавцом. Общение с покупателями, вот выкладка товара, вот это все было очень интересно. И с каждым разом меня затягивало и затягивало, и я подумала, это мое. Резида Латфулина работает в торговле уже почти 30 лет. Уверена, что в своем выборе она не ошиблась. Трудовой путь от обычного продавца до заведующей магазином является показательным и для коллектива. Ведь именно она пример для подражания. Каждый день на работу с улыбкой и с желанием. Этот урок усвоили все ее сотрудники. Знаете, в жизни самое главное – это чтобы у продавцов было хорошее настроение. Потому что только залогом успешных продаж является улыбка покупателя. Встретил продавец с улыбкой человека, этот человек еще придет, и будет у нас прибыль. Как научить работать коллектив, Резида Равгатовна знает не понаслышке. Высокий уровень культуры продавца, знание психологии покупателя, качественное обслуживание – главные требования к сотрудникам. Она лично участвует в судьбе каждого своего подчиненного, помогает расти профессионально и с удовольствием передает свой опыт. На работе не надо быть просто директором магазина, надо иногда быть подружкой, иногда как мама посоветовать. Вот это все, мне кажется, очень важный момент, чтобы вот утром, вот я всегда и говорю, чтобы утром вставая, всегда охота было идти на работу, а вечером, естественно, идти домой. Мы друг дружку все-таки умеем слушать, то есть когда подсказать друг другу, что ли, доверяем, да. Самое главное дело в магазине все-таки доверие. Доверие друг другу, доверие к покупателям, то, что у нас покупатели такие хорошие. В своем магазине Резида Латфулина уже давно знает постоянных покупателей. Со многими налажен дружеские контакты, ведь это тоже одна из составляющих успеха. В свой профессиональный праздник она и ее коллектив готовы в очередной раз подтвердить преданность своему делу. Хороших продаж, высоких доходов, побольше покупателей и главные пожелания всем своим коллегам.